Добрый день, дорогие мои друзья! Хочется представить вам еще одну идею, подарить вам еще одну идею, которая называется «Платье из футера». Все мы с вами привыкли к тому, что из футера мы шьем, конечно, наши любимые домашние костюмы, и не только теперь домашние, которые вошли в наш быт, в нашу жизнь прочно и надолго, потому что они удобны, комфортны, потому что все хорошо. Но у меня уже вот это третье платье из футера. Посмотрите, он ведь тоже бывает разный. У меня вот это платье выполнено из такого набивного футера, вот с таким рисунком. Очень люблю это платьице, потому что в нем легко работать, удобно, когда температура в комнате вот соответствующая вот этому наряду. Да, я его всегда надеваю и чувствую себя совершенно великолепно. Посмотрите, как оно выглядит. Это тоже обыкновенная базовая конструкция. Нагрудная выточка переведена в бок. Здесь у меня талиевая выточка. Посмотрите тоже, где она находится. Как раз вот в этой ямке. Рукав вточной. Вточной рукав выполнена параллельная раздвижка. То есть здесь у меня появилась сборочка по окату рукава. И вниз я подобрала просто на резиночку. Для того, чтобы не было вот какого-то лишнего объема. И мне было удобно кроить, работать руками. Вырез, конечно, моя любимая лодочка, обработана горловина обтачкой. Конечно, маленькие коротенькие подплечики. И посмотрите, что там находится сзади. Средний шов по спинке, тоже талиевые выточки, которые в стороне немножко сделаны. Вырез уголочком и закончен он для разнообразия вот такой вот маленькой бабочкой. Ну, это уж, как говорится, какую-то фишечку, какую-то интересную деталь надо всегда стараться на нашем платьишке придумать для того, чтобы сделать его, ну, довольно-таки уникальным. Низ я проклеиваю дублеринчиком и обметываю после этого, называется обработка низа, швом в подгибку с открытым срезом. И настрачиваю просто на машинке, потому что светлая ткань, потому что будешь вот это все часто стирать. Вот такие вот идеи у меня для вас по пошиву нашей любимой одежды. Платье из футера. Пожалуйста, ищите похожую ткань, ищите ткань, которая вам нравится, и выполняйте примерно то же самое. То есть применение футера можно сделать вот в таком вот ключе, когда будет достаточно элегантное и очень даже рабочий вариант вот такого вот платья. Всем всего доброго. До новых встреч.